благословению митрополита Екатеринодарского и Кубанского Павла, в праздник Всемирного воздвижения Животворящего Креста Господня в Краснодаре состоялся традиционный автомобильный крестный ход «Кресту Твоему поклоняемся, Владыка». Организованная колонна автомобилей отправилась к поклонным крестам, которыми окружен город Краснодар. Участники крестного хода останавливались у четырех поклонных крестов. Первая остановка была совершена у поклонного креста, который ограждает въезд в город со стороны Яблоновского моста. Здесь духовенство и прихожане краснодарских храмов совершили молебен Животворящему Кресту Господню. Следующая остановка была у поклонного креста со стороны хутора Ленина. И далее у поклонного креста со стороны Ростовского шоссе. В этом году у этого креста духовенство почтило память митрополита Екатеринодарского Кубанского Исидора, по благословению которого 10 лет назад были установлены все эти поклонные кресты. Последней остановкой стал поклонный крест, ограждающий Краснодар со стороны станицы Елизаветинской. Общее время пути автомобильного крестного хода составило 4 часа.